маленькая песенка такая. Как мне нравится девчонка, пробегающая мимо, что живет со мной рядом на соседнем этаже. И каштановая челка, и улыбка, и фигура. Ну, конечно же, фигура, но немыслимая же. Ну, а я из магазина, я иду с большой авоськой, и в другой авоську, и в других еще руках. У меня была получка, у меня жена и дочка, а еще аспирантура, блины полный фирбах. Только мимо, ты летишь в весеннем свете, и ребро мое дерзает в 40 вилок сатана. Я рвану бы за тобою, обо всем забыв на свете. О, бердяне, и получка, оба-на. Последние слова, я так понимаю, потонули, да, в этом? Современная песенка. Было так, если верить маловер, или не было вовсе. Лейтенанты всегда в голове, маркетанты в обозе. Шла пехота, равнение наять, прекратить разговоры. А навстречу враждебная рать через реки и горы. Вот сошлись против неба они и разбили два стана. Тут и там загорелись огни, поднялись два тумана. И решили в разведку послать, да, и эта команда, чтобы лучше врага разузнать, толмача-маркетанта. Через поле в ничейных кустах носу к носу повстречались, столковались на совесть и страх, и обнявшись расстались. Маркетанты обеих сторон, люди близкого круга, и, конечно, с былинных времен понимают друг друга. Воротился довольный в потьмах тот и этот крапивник, и поведал о слабых местах, и чем дышит противник. И на утро лишь только с куста засвистала пичуга, порубали в худые места оба войска друг друга. А живые воздали тела, что погибли геройски. Поделили добро пополам и расстались по-свойски. Ведь живые обеих сторон, люди близкого круга, и, конечно, с былинных времен понимают друг друга.